Друзья, я долго думал, как начать данный обзор. Какое же все-таки придумать приветствие? Честно говоря, вариантов у меня было много. И йоу-движуха, йоу-народ, парни, гайс и так далее и тому подобное. Поэтому не буду заморачиваться. И давайте же просто приступим к обзору проекта, который называется ITEX Exchange. Идея ITEX Exchange заключается в том, чтобы достигнуть истинную полноценную децентрализацию с оптимальным и лучшим контролем существующих технологий на рынке. По этой причине компания создаст гибридную биржу, которая предложит некоторые преимущества в технологическом плане для создания высокой ликвидности, безопасности, защиты клиентов и хорошей качественной поддержки, что, возможно, явно выделит ее из ряда существующих на сегодняшний день децентрализованных бирж. Главными особенностями ITEX будет фьючерсный рынок для работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе в паре USD Bitcoin с кредитным плечом 50x и в некоторых альткоинах до 10x. В дополнение к этому будет уникальная система объединения. Что это означает? Допустим, если новый пользователь решит связать свой профиль с кем-то более успешным, то они без проблем могут синхронизировать и повторять свои операции, получая идентичные результаты. 90% комиссионных, которые будут взиматься при обмене на бирже, перейдут держателям-холдерам токена ITEX. 500 миллионов токенов будут распределены в первые 2 года. Каждые 2 недели равное количество токенов ITEX будет распределяться среди всех операторов майнинга в зависимости от объема транзакций, сгенерированных за этот период. Биржа ITEX будет листить криптовалюты и токены на основе 3 условий – сильное сообщество в Twitter, Telegram и валютное голосование. На бирже также будет присутствовать KFC. Биржа будет проверять клиентов на подлинность. Биржа ITEX Exchange развертывает программу поддержки и финансирования. С помощью этой программы будут продвигаться проекты, которые имеют большую полезность и не имеют необходимых средств для того, чтобы сделать себя известным. Решение будет приниматься путем реализации системы голосования сообщества. Коротко рассмотрим токен проекта. Тикет проекта имеет название ITEX. Данный токен будет находиться на платформе Ethereum ERC-20. Цена одного токена ITEX будет составлять 0,02 цента к доллару. На ICO один ITEX будет стоить 0,05 цента. Минимальная инвестиция будет составлять $100. Принимаемые валюты – это биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Всего на продажу выставлено 20 миллионов токенов. Данный проект находится в Австралии. Подводя итог, хотелось бы сказать. Качества, которыми обладает ITEX Exchange – это простая, дружелюбная структура. Присутствует несколько уровней защиты, быстрые и недорогие депозиты и снятие средств, контроль за отмыванием денег и резервное копирование в холодные кошельки. На этом я бы хотел закончить наш обзор. В завершении я хотел бы сказать, что такой проект имеет все шансы на успех в криптосообществе, и он может принести прибыль своим инвесторам уже в недалеком будущем. Все необходимые ссылки по данному проекту вы найдете в описании, друзья. Всем пока!